Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Ну что же, давайте немножко побегаем в игре, которая называется Вектор. Это вторая часть у нас, ребят, так что, наверное, стоит немножечко в нее поиграть. Так, ну что у нас тут? Лаборатория, у нас третий этаж. Давайте, наверное, попробуем. Так, энергию можно восполнить бесплатно. Что-то я не заметил, что ее здесь можно бесплатно восполнить. Так, хорошо, мы активированы. Подопытный номер 7 уже оказывается у нас. Это все ерунда, перепрыгиваем, ребята, без проблем. Так, отлично, пробежал. Оу, ё-моё, чуть головой не врезался. Так, перепрыгиваем. Ё-моё, надо было подобрать, ну фиг с ним, ребят. Оу, Щетос. Вот это меня подловили, оказывается, а? Вот они, монетки, токены. Дальше газуем, ребят. Пока все удачно, все хорошо, броня есть, все без проблем, ускоряемся. И, видимо, прыжок. Йоу, щет. Не дотянулся маленько. Мина, иди в задницу. Так, запрыгиваем, ребят, тут. Я думаю, уже осталось недолго. Херакс. Открыли, активировали ключ, нормуль. Перепрыгиваем. Далее все. Так, нормуль, нормуль. Главное, чтобы не подловили меня где-нибудь. Ух, довольно удачно мы пробежали. Я бы не сказал даже, что слишком тяжело здесь было. Что-то заработали себе. Так, ребята. Ну, это нам не нужно. Случайный надеть. Ага. Вот так-то оно будет лучше. И у нас четвертый этаж. Генерация идет. Фух, собрались. Разогрелись и побежали, как говорится. Йоу, нормуль. Так, перепрыгиваем, ребят, здесь. Все нормуль, все хорошо. Так, а это что у нас такое? Это что-то... Оу, щет, вот это... Вот это нежданчик был. Я не знал, что здесь такие даже лазеры будут. Хорошо получилось. Так, слушайте, здесь можно как-то укрепить себе броню или нет, а? Или вот сколько мне дано, столько дано. Вау, ну это, ребят, ну это голимая подстава была. Согласитесь. Так, тихо! Черт! Черт, черт! Вот... Не знаю, у меня слов нет, ребят. Всю броню просто расхерачил на ерунде какой-то. Опа, ага, мина здесь. Дудки. Ё-моё, только не... Фу, успел. Еще одна мина, перепрыгиваем ее. Так, у меня броня на сапогах всего лишь одна осталась, ребята. Оу, щет. Уже ни одной. Ай, блин, как же так? Второй шанс, нет. Давайте мы вот так вот сделаем. Фух. Там уже было за видосик, а я не люблю видосики, поэтому мы потратили немножко токенов с вами. Реанимировались. Так, поехали. Здесь вот так перепрыгиваем. Замечательно, мина выросла. Иди отсюда. Ты мне не нужна здесь. Все, ребят, пробежали мы этот этаж. Но вот здесь уже сложно. Знаете, что самое обидное? Что я потратил всю броню. Хм, печалька. Очень печально. Жалко, нельзя, знаете что, зарядить ее для следующего уровня. У нас, ребята, пятый этаж. Ух, что-нибудь могу сделать вообще, а? Апгрейд брони. Так, ботинок. Ничегошеньки, да, по ходу дела я не могу сделать. Жаль, жаль. Обидно. Слушай, ребят, если я проиграю, мне придется все заново начинать. Вы представляете? Ну, с третьего этажа я имею в виду. А нужно мне, по-моему, если я не ошибаюсь, добежать до восьмого. А я уже без брони, то есть у меня нету права на ошибку. Ключ взяли, хорошо, замечательно. Так, лазер, но он нас не трогает никоим образом. Здесь перепрыгнем. Так, нагнулись. Так, я вижу ключ наверху, ребят. Но я не знаю, стоит ли, давайте попробуем. Ага. Наверное, это легкий путь. Так, у нас еще много чего не открыто. Много каких у меня... Оу, ёпарасоте. Слишком большой, ребята, сделал прыжок я. К сожалению. Ох, неужели мне придется... С самого начала начинать. Так, прыжок обезьяны. Ну давай купим. Вектор 2. Да, ребята, третий этаж. Будь он не ладен. Мне придется, а вот уже у нас будет восьмой. Кстати, мне говорили, что в первой части все намного легче. Я в нее не играл. Не знаю, вы мне напишите в комментариях, стоит ли вообще в нее поиграть, посмотреть. Если да, то я уж как-нибудь выберу времечко для того, чтобы хотя бы ее потестить маленько, посмотреть, чем она отличается вот от второй части. Так, ну что, апгрейд брони, ботинок, все этого у нас нету. Трюков тоже новых, я так понимаю, у нас нету, иначе бы все это было отмечено. Ладно, о грустном потом, а сейчас, ребята, у нас пробежечка очередная. Все, как говорится, заново. Да, восьмой подопытный уже.
Так, две брони на ботинках, две брони на броне. Так что все хорошо. Взяли ключ. Вау, подловить хотели, но меня... Ай-яй-яй, не успел, ребята, все. Оу, даже две брони сразу снесли у меня, ё-моё. Вот это была подстава, ребят, галимая. Сам виноват, дуралей. Надо было все резче делать. Ну, понимаете, все время тут по-разному. Опа, вот здесь хорошо было сделано. Так, отлично, перепрыгиваем ее нафиг. Так, вот он у нас был. Хороший, кстати, сейчас прыжочек. За них мы получаем очки. Так, наклоняемся. Нормуль, здесь мы перепрыгнем, без проблем. Все отлично, все хорошо, все удачно складывается. Так, что там у нас? Вот так, отлично, активировали. Вот это я понимаю. Вот это я называю раннер, ребят. Вот это вот самое то, что ни на есть лучшая бегалка. Замечательно. Уровень у нас растет. Мы сами растем, становимся круче. Так, достижения, они нам нафиг не нужны. Случайный, случайный или надень? Ну, давай наденем. Так, так. Погоди, вот этот, я думаю, что будет, наверное, лучше, да? Так, тут плюс 30 дополнительных очков, а здесь, здесь в разы лучше. Так что, ребятушки, четвертый этаж. Да, брони, к сожалению, у меня уже не осталось. Только лишь, по-моему, да, на ботинках. Три штуки. А нет, вру. Одна еще штучка осталась у, нас, у меня на броне. Так, нет. Успели мы здесь. Большой прыжок надо делать. Пока все хорошо, все удачно. Ключа нет, а? Нет, нету. Я же подумал, есть. О, а вот здесь, ребята, уже подстав. Ну и как вот я здесь должен? Давай ногами. Фиг с ним. Че ж, прыжок. Отличненько. Вот как вот там вот можно пройти, а, ребята? Нет, ну, конечно, если бы у меня был ключ, я бы побежал по низу. И тогда... Оу. Эй, обманул. Так, минушка, минушка, роднуля. Иди отсюда, куда-нибудь подальше, козе в трещину. Так, перепрыгиваем, наклоночку. Все, все хорошо у нас пока получается, все удачно складывается. Эть, эть! Да-да-да, я понял, сам лопухнулся. Ну, там нельзя было, ребят, ну, просто нереально после прыжка сразу наклониться. У меня еще опыта маловато. Но зато прыжки я делаю. Фу ты, ну вот. Опять, ребята, разбазарил я всю броню. Йоу! Йопрс, это нифига тут как можно. Ударился, ладно. Хорошо, ребят. Оу, внизу никаких шипов не было. Ключ взял. Ключ нам пригодится в дальнейших уровнях. Открывать какие-нибудь двери. Так, отлично здесь. У нас все удачно получилось. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Наверное, уже немножко осталось. Да, ребят, все. Добежали. С горем пополам. Ну и чего? Ничего абсолютно? А нет, нормуль, все хорошо. Одна у меня полосочка. Че? Лучший результат ранг 3? Надеть, надеть. Так, блин. Тут, видите ли, выбирай, либо-либо. Ну, естественно, я возьму вот эту вот. И больше нифига, да? Жаль. Жаль, но деваться нам некуда, ребят. Продолжаем бег. С препятствиями. И препятствия, причем смертельные у нас. Ага. Так, поехали. О, мина. Отлично, у меня получилось все. Вот эти вот спуски, это самая, ребят, настоящая подстава. Потому что... Так вот, что вот эти за значки означают? А, понятно, теперь я понял. Типа, типа, ребята, если побежишь туда, там тебя ждет смерть. Ну, я этого не знал. Не знал. Опа. Ладно, бежим. Бежим подальше от этой лаборатории. Как говорится, сломя голову. Оу, тут подстава, ребята. Фу, чудом получилось. Так, ключ активировали. Еще один взяли. Очень мало ключей. Но, так, все, отлично. Здесь у нас удачно все прошло. Там впереди у нас еще очки. Забираем. Прыжок не получился, к сожалению. Оу, сам виноват. Ёпарасоте, ребят, ну вот это вот была подстава самая настоящая. Я все очки сейчас разбазарю, по-моему, ё-моё. Ну я должен добраться, ну, хотя бы попытаться до 8 уровня. Без брони, без всего. На меня сейчас дунет легкий ветерок, и я тут распластаюсь. Оу. А вот это вот был подвох. Нет, я ничего не буду донатить, не надо мне. Неужели, блин, недостаточно чипов, ребята. А это говорит только об одном, что мне придется опять начинать сначала. И ничего ты с этим не поделаешь, придется стараться лучше. Так, что у нас не хватает? Купить.
Да, елки-палки, я не знал, что для того, чтобы купить, нужно посмотреть рекламу. Бред какой-то полнейший. Так, апгрейд брони. Оу. Что это такое? Так, что-то получили, непонятно что. Да, тут все так замудрено, ребят, что нужно разбираться, разбираться, еще раз разбираться. Причем довольно усердно. Но у меня на это нет времени, я лучше побегу. Все говорят, да, Рэй, а почему ты не пройдешь эту игру, ребят? Ну а как можно пройти, если пару ошибок и все приходится начинать сначала? Представляете, все сначала, все эти этажи. Это я на третьем, мне нужно 5 этажей пробежать. Как-то умудриться, сохранив хоть какую-то часть брони. Ну и, соответственно, еще при этом выжить, ё-моё. Так, хорошо, пока удачно все. Ну-ка, эй, прыжок не удался. Куда, куда, куда? Эй, фу, удачно. Это мы хорошо, ребята, с вами сплясали. Так, ну-ка, я надеюсь, по низу будет попроще, не надо. А вот теперь можешь активироваться там. Так, остынь. Прыжок. Ух, ну здесь вроде бы неплохо, все довольно хорошо. Ничего не могу сказать, идем пока чисто. Опа, вот это как батька сейчас сделал, ребят. По-другому не назвать. Такую маленькую узенькую щельку и пим, проскочил. Хорошо, ладно. Что у нас тут дальше-то будет? Рекомендуем. Не надо мне никаких рекомендаций. А где? Где у меня? У меня же раньше была желтая. Куда-то все исчезло. Так, это у нас для брони, да? А, вот она. Вот у нас для брони. Я так понимаю, у нас можно как-то сделать, чтобы броня была полностью вокруг вот этой вот нашей эмблемки, значка брони и ботинок полностью была защищена. То есть это охренеть, сколько можно... Кучу попыток здесь обжигаться, натыкаться на мины, и нам все будет нипочем. Так, ага, надурить захотела меня. Бежим, бежим, сломя голову, ребята. Плевать на все мы хотели, нам главное подальше от этой лаборатории, к чертовой бабушке. Нечего нам тут, как говорится, мы эти, лепреканты, или как их там назвать-то. Ну эти, подопытные, короче, нафиг нам это нужно. Будем отсюда сматываться. Блин, хотелось подобрать бы, но не получится, ребят, на такой скорости. Опа! Это уже, как говорится, старая школа, мы уже прошли. Смотрите, вниз показано, вниз можно пройти спокойно. Оу! Ёпарасете! Ладно, минус одна броня, это фиг с ним. И бежим, бежим подальше отсюда. Вот, ой, не-не-не. Блин, да что ж такое, опять... На той же мине, ребят, как в прошлый раз подорвался, а? Ага, показано впереди, короче, будет хана, если я пойду по низу. Ну, я-то не дурак, я пойду поверху. Вот оно, видите? Вот так. Теперь мне понятно, что это, ребята, за значки и что они обозначают. Они мне дают такую подсказочку, по какому пути нам лучше бежать. Есть! И я прошел этот этаж замечательно, но не получил я никакого третьего ранга, к сожалению, пока. Зато получил 113 каких-то очков. Блин, вот это вот кибернетика, знаете, стимпанк немножко меня напрягает, потому что нужно все это читать. Вот что тут, 8 дополнительных очков. Каких очков? К чему очков? За выполнение трюков. Ну и где? Куда эти очки нужны? Не знаю пока, ребят, вообще. Ну-ка дай-ка. О, два этих у меня. Назовем их перки. Два перка мы надели. Ух, бустерпаки эти всякие. Донатик здесь все-таки, ребят, присутствует. Как же без него? Да никак. Побежали. Так, получилось. Получился у меня прыжок. Воу-воу, Лазар, успокойся. На все. Так, смотрите, внизу хреново, вверху тоже хреново. Посмотрим. Хе-хе-хе. А, надурили. Дурочка на 4 кулачка. Так, давай здесь вот, опа. Красота-то какая. Давайте поверху с вами побежим. Тут вроде бы. О, ёпарасета. А вот это была подстава, самая настоящая. Нифига, откуда я знал, что там внизу мина? Если бы я ее хотя бы видел, конечно бы я туда не стал бы прыгать. Блин. Да что ты. Оу-оу-оу-оу. Потише, ребята. Дайте мне нормально добежать этот уровень. Не надо мне тут, тихо, не надо лазер тут. Фух. Я, наверное, сейчас бегу со скоростью 60 км в час, скорее всего, да? Ю-ху! Вот это я обожаю, вот этот прыжок. Но опять же, ребята, может быть подстава. Во время прыжка ты не видишь, что впереди, куда ты приземляешься. А там может быть мина. Лазер, успокойся! Успел.
Так, не получилось, ребята. Ключ мой. Отлично. Ага, все замечательно. Есть! Ну, слушайте, относительно неплохо я пробежал. Это я сам себя оцениваю так. Вау, четвертый ранг у меня какой-то. Так, лучший результат четвертый ранг. Ребята, мне еще, представляете, 4 этажа нужно пробежать. Одуреть можно, просто одуреть. Я могу поменять себе что-то здесь. Плюсики к ценности токенов. Это притягивает всякую ерунду в радиусе 4 метров. Да. То есть, либо-либо, как говорится. Хотите то, ну тут смотрите, тут еще шлем должен быть. Какие-то должны быть перчатки. Я еще не знаю, где это все, конечно, находится. Но оно должно быть. Бежим. Так, лазер, ну, блин, да что ж такое-то, а? Что ты будешь делать-то? Подловил меня все-таки. Тихо, здесь меня не возьмете. Голыми, блин, руками. Ё-моё, а, ну как же так? Ну, Рычик, ну. Ну, будь ты аккуратнее, а. Ну, что ты спешишь-то вперед, батьки, в пекло-то, а? Прыгаешь. Давай, вот, молодец. Хоть здесь ты правильно сделал. Так, давай, наверное, поверху. О, у ключа нету. Вот это облом, ребят. Здесь, наверное, и поляж. Нет, не слегли. Не слегли пока еще. Хе-хе-хе. Я так, ребят, просто шуткую. На самом деле, я тут спец. Прикалываюсь, конечно же. Ключа-то у меня нету. Угу, все, ребята, вот здесь вот опять плюс броню тратить. Да я понял, что ботинки разряжены. Чего вы мне повторяете 33 раза? И без вас тяжко, туго, блин. Фух. Бежим. Скорость у нас опупенная. Я еще раз, ребят, напомню, это игра от создателей игры Shadow Fight. Второй, я не знаю. Оу, докувыркался. Докувыркался я там. Что просто лазер появился. Ну, естественно, у меня без брони. Пришлось просто-напросто сгорать. Побежали далее. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо ему быть, паркурчик, ё-моё. Любые высоты нипочем. Прыгает как этот, как Сайгак. Да, мы пробежали, ребят, с вами этот уровень. Фух. Но согласитесь, это только начало. Это только начало. Что там дальше будет впереди, я просто не представляю. Будет полнейшая жесть, где нужно будет охренеть, какую иметь реакцию. Ну, естественно, апгрейды все должны быть, наверное, по полной программе. Соответственно, открываются новые трюки, за которые вы получаете супер-пупер очки, которые вы будете тратить, опять же, на улучшение. В общем, как-то так у нас все это будет дело обстоять. Шлема нет, перчаток нет, пояса нет. Но все это, естественно, должно быть. Я, правда, не знаю, когда это вообще у нас все откроется. Ну, наверное, уже на 8-м этапе будет что-то новенькое, скорее всего. Так, они мне рекомендуют, ага. Я, конечно, понимаю, ребят, но у нас 7-й этаж, это практически предпоследний. Потом уже будет чекпоинт, но я уже чувствую, что вряд ли я до туда. Ух, добегу. А так хочется, поверьте мне, так хочется. Есть. Есть, ребята. Забираем, перепрыгиваем здесь. Ага, все, ключка нету. Все, ребята, вот и финиш. Ключа нету, мне придется идти наверх, а там мина, а брони у меня нету, и все, сгорели. Второй шанс, ну, естественно, недостаточно чипов, но чипы я покупать не буду. И вот так вот все время, ребят, и опять с третьего уровня. Ну, согласитесь, это просто жесть. Достигни 7-го этажа, достиг я. Но только почему-то мне этого ничего не дают. Да, смотрите, для ботинок 3000, о, 3000, тут 900 надо, тут 500. Купил, повысил вроде бы себе. Я не понимаю, что они взяли за моду. Я что-то улучшаю, мне сразу всуют рекламу. На, смотри, нет, конечно, можно купить здесь какую-то херню, и у тебя реклама отключается. Но опять же донат, ребят. Ну как это, не донат, это знаете как. Покупай отключение рекламы, и будешь в куражах. Ну что, давайте, наверное, мы с вами еще сделаем один забег, последний. И если я не прохожу, то увидимся уже, наверное, в следующих видосиках. Вы уж мне пишите, стоит в нее играть вообще, не стоит. Может быть, вы знаете какие-то штуки, приколы, с которыми я пока не знаком. Как бы для улучшения, для ускорения. Может быть, неправильно что-то где-то понимаю. Может быть, не все так сложно на самом деле. Так, пойдем, наверное, мы с вами. Ключа-то у меня нету? Нету. Блин, ну, вот они вынуждают меня просто здесь потратить броню. Ага.
Так, у меня две брони на костюме и две брони на штанах. Тихо, Лазар. Долбанул все-таки, да? Долбанул, гаденыш меня. Так, прыжок. Получилось. Отлично. Так, 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 я бегу, бегу. Я, ребята, самый лучший в мире раннер. Так, что они мне показывают? Там внизу что-то такое было, но нам нафиг это не нужно, да? Согласитесь. Когда вот здесь вот тишина. Тишина и благодать! Все, ребят. Финиш. Приплыли.